Олимпиада 2020 сорвалась так же, как и планы тренировок. Спортсменка Дарья Кулешова готовилась пройти летом отбор в сборную страны, но сорвалось. Расстроилась, была на пике своей формы. Это моя третья Олимпиада, по крайней мере, куда я пытаюсь отобраться. Везде не хватает чуть-чуть, но на эту Олимпиаду у меня были большие планы, потому что я за этот период успела родить, вернуться в форму и улучшить свой результат, который был до беременности и родов. Победные планы рухнули не только у опытных пловцов. В этом году должен был состояться чемпионат, на котором молодые спортсмены края могли показать все свои навыки. На соревнованиях, которые должны были состояться в конце марта, моей целью было выполнить второй взрослый разряд. Однако этого не случилось. Из-за введения карантина соревнования не состоялись, отменили тренировки. Тренироваться теперь приходится дома. Основная тренировочная площадка, бассейн, обувь закрыта. И неизвестно, как будет строиться работа после пандемии. Спорткомплекс понес большие убытки, о чем ранее нам рассказывали его представители. Но тренерский состав считает по-другому, что главное не то, где они будут тренировать после эпидемии, а то, сохранят ли спортсмены форму. Сейчас они вынуждены заниматься дома от 2 до 4 часов. Тренировки силовые, но с плаванием все же несравнимые. У нас задача была это участие в Олимпийских играх. А у бассейна есть одна задача – это обеспечить спортивными местами спортсменов такого уровня. Так что в этом году плавательный сезон спортсмены начнут в июле. Надеются успеть подготовиться к чемпионату мира и Олимпиаде 2021 года. Приступят они, конечно, после пандемии. В Министерстве спорта сообщили, что точные сроки отбора для пловцов еще уточняются, но их подготовку дома никто не отменял. Форму надо держать, от нее зависит результат и будущее победы. Полина Жданова, Николай Шилко, «День с толком».